Всем привет, дорогие мои, с вами Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн, это пустые баночки большой семьи Кононовых. Итак, начнем. Это салфетки для окрашивания, в упаковке 20 салфеточек, одна салфетка, одна стирка, они идут как ловушки от пятен, и, конечно же, очень-очень-очень мне нравится. Действительно, великолепная просто аннотация, и плюс ко всему, даже белое белье, иногда я достаю серые прям ловушки из стиральной машины по той простой причине, что все-таки вода, ну, может, стираем на той воде, которую подает, ну, и, видать, она не совсем идеальна для стирки бывает. Артикул 308-44, очень классная штука, белая становится белей, не сереет, в общем, шикарно, в дополнение к нашим крутым порошкам, еще и вот эта крутая штучка. Итак, у меня их тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 пачек закончилось. Ну, вообще, пустышки у меня тут, наверное, месяца за 2 с половиной, очень долго копились, все как-то некогда было снять. Далее пробежимся с вами по моющим средствам. Если честно, их накопилось просто огромная великая гора. Да, ну тут, конечно же, еще плюс много гостей и много, очень много мы стирали в этот период. Ну вот, как вы видите, настирали такую кучу. Итак, первое, это, конечно же, концентрированный гель для стирки. Его хватает на 20 стирок. Это супер концентрат для именно черных вещей, темных тканей. Чем он мне нравится? Тем, что он сохраняет и восстанавливает цвета черных и темных тканей. Он эффективно удаляет пятна и при низких температурах не оставляет разводов. Вот мы им стираем, в принципе, практически всю темную одежду. Артикул 118-41. Раз, два, три. Три штуки вот таких у нас закончилось. Далее еще один мой фаворит, это концентрированный гель для стирки, тоже целую упаковку, представляете, истратили артикул 308-41, потому что сейчас на данный момент у меня каждые три каталога, а это меньше чем 2 месяца, фотосессии, и конечно там у меня пиджаки, дорогие платья и так далее, и конечно их все нужно стирать гелем для стирки деликатных тканей, потому что он сохраняет волокна, свойства особых тканей, он защищает цвета и форму изделий, эффективно удаляет любое загрязнение, поэтому это прям моя любовь, 308-40. Ну и, конечно, сколько стирок, столько и кондиционеров мы израсходовали. Их реально много. Это один из самых-самых моих любимых. Потом, как вы знаете, идет второй по любимости. Это розовый бархат. И вот этот вот как раз восточный пион, чем мне нравится 308-53 артикул, тем, что он, как и розовый бархат, в принципе, он жидкий. Его надо чуть-чуть, он жидкий, он очень хорошо ухаживает за одеждой. И запах у него очень такой, знаете, яркий, острый и приятный. Далее из больших бутылочек идут вот такие вот классные концентраты для стирки белого белья с ионами серебра с гипоаллергенной отдушкой. Они идут прям, вот видите, 0+. Не содержат фосфаты, красители, парабены, да, то есть для новорожденных деток подходит. Артикул 305-15. Очень-очень нравится вообще, честно сказать. Вот тут просто такая супер-мега аннотация, которую можно поставить на паузу уже и почитать, потому что тут действительно супер-мега формула такая, что ни у взрослых, ни у детей, у кого вот есть аллергия, он не вызывает никакого раздражения. И аромат у него прямо такой тонкий, нежный, еле уловимый и, конечно же, гипоаллергенный. Далее, конечно же, кондиционер-умягчитель для детского белья с таким же точно шикарнейшим составом, артикул 305-16. И он мне чем нравится? Тем, что тоже нет никакого аромата, он долгоиграющий, не сильно густой, его хватает надолго, супер. Единственное, вот знаете, вот хотелось бы, чтобы сделали там, например, литровые, 5-литровые. Вот действительно, это было бы намного экономичнее, потому что вот эти вот упаковочки по 500 мл, как-то вот хотелось бы уже больше, хотя бы литр, хотя бы полтора. Мне кажется, это было бы выгодно и компании Фаберлик. Дальше вот такие вот кондиционер. Нероли гибискус, тоже, как видите, 1, 2, 3, 4, 5. Да, 5 штук с артикулом 317. Они тоже очень вкусные. Это тоже стал сразу резко моим любимчиком. Реально вкуснятина вот этот вот нероли гибискус. Очень приятный аромат. И, честно сказать, вот от этих Фаберлик Хом я как-то вот не увидела особой разницы. Оба хорошие, хотя тут в составе содержит он традиционные корейские экстракты. В принципе, запах, конечно, отличается кардинально, но тоже цветочная свежесть очень-очень приятная. Следующее, что у нас есть, это вот такая красота. Стиральный порошок для цветных тканей и стиральный порошок для белых и светлых тканей. Тот и другой порошочек я очень люблю. Почему до этого был для цветных и тут для цветных? Просто потому, что этот идет для жесткой воды. У нас, в принципе, средняя вода, и мне без разницы, каким порошком стирать. Все отстирывается замечательно. То, что на салфетках ловушка
даже при стирке белого получается вот эта вот серая тряпочка, мне кажется, что это не совсем в порядке вообще в целом с водой. Он содержит биоминеральный комплекс, минералы, биоэнзимы. 26 стирок получается из этой маленькой коробочки, потому что он идет концентрированный. Приходит вот в такой упаковочке, вот с такой вот вкладышем. Мне понравилось. Он действительно и выполаскивается хорошо, и все. Просто он идет для жесткой воды. Артикул 118.92, 800 грамм. И стиральный порошок для белых и цветных тканей тоже на 26 стирок с артикулом 118.91, тоже 800 грамм. Вот тут идет дозировка, как им пользоваться, смотря какое еще загрязнение. Тоже мне очень понравился для белых и светлых тканей. Продукт созданный с заботой о здоровье, поэтому астма и аллергия — это проблемы очень сильнейшие, с которыми чаще сталкиваются люди. Знак Европейской ассоциации утверждает, что продукт прошел строгую оценку экспертной комиссии по рецептуре в целом, и по каждому компоненту порошка в отдельности. Вот такая вот красота. Мне нравится, мне очень нравится. И гели, и порошки, в принципе, что со скидкой, то и беру. Вот в чем и отличие. Да, когда бывает скидка, тогда и хорошо. Так, дальше, смотрите, что у нас тут дальше. Это аромамасла, масло лаванды. То есть они такие малюсенькие, хорошенькие. Тут идет каждому маслу, представляете, вложена вот такая супер аннотация. И в этой аннотации четко показано, что это универсальное такое масло с артикулом 1341. Я обожаю запах просто лаванды. Я и сейчас вот прям, знаете, вот хочется себе даже вот сюда во время съемок чуть-чуть капнуть. Ой, боже мой. Ой, как парфюмерная вода. Ей можно делать аромамассаж, ей можно делать аромаванну, можно делать как обогащение косметических средств, то есть капать в крем, на ладошку крем поклали и тут же кап-кап, одну-две капельки капнули, будет усиление. И, конечно же, можно капать его в аромадиффузор. Я его капаю в увлажнитель, не в аромадиффузор, а в увлажнитель капаю. И все, в принципе, вот такая вот классная у него аннотация. Масло лаванды, сами знаете, что оно делает. Оно восстанавливает после косметических процедур, после воздействия солнечного излучения, после укусов насекомых, заботится о раздраженной коже. Ароматический релаксант, это свежий аромат, создает атмосферу спокойствия. Ну и плюс ко всему, лаванду очень любит моль. И ей можно вот на ватный диск накапать и положить в шкафчик. Тоже очень хорошая, полезная штука получается, да, из лаванды. Дальше эфирное масло эвкалипта. Оно очень хорошо действует вообще на человека. И в целом эвкалипт, это, конечно же, кажется, что это больше бактерицид, но на самом деле у него намного шире, вообще намного шире спектр действия. Артикул 1346. Им тоже можно пользоваться. Открыла английский язык и еще знакомые буквы, да? Молодец я такая. И вот, кстати, на подарок эвкалипт, это просто круто. Вот честное слово, тоже можно 4-7 капель капнуть в ванну или в ванночку для рук, да? 5-7 капель можно капнуть, когда аромамассаж идет, да, там на тело еще куда-то. Обогащение косметических средств. Одна капля на порцию средства для лица, 3-4 капли на порцию средства для тела, волос. Можно в шампунь накапать, да, только не забывать его взбалтывать, этот шампунь, перед применением. Почему? Потому что масло, оно же кверху. Ну, вот, чтобы волосы росли. Ну, и, конечно, аромалампа. Все равно эвкалипт, он не для всех. Во-первых, у него идет антисептическое действие, когда вот дети, например, там, подкашливают или взрослые заболели, можно в увлажнитель или в аромадиффузор накапать, чтобы инфекция убивалась, да, как антисептик инфекция будет убиваться. Потом, значит, он нормализует работу сальных желез, улучшает состояние кожи при угревой сыпи. То есть вот есть у вас крем от угрей, например, да, или у ваших деток подростковый там период, еще что-то, пусть перед нанесением крема, вот он на ручку выдавил крем, и пусть капельку капнет, уже будет лучше, согласны. Также он способствует устранению перхоти, то есть с ним можно мыть волосы. Также он способствует, как снижает выпадение волос, то есть в маску для волос капнули пару капель, все, уже лучше будет действие. Но самое шикарное у него, то, что он создает атмосферу ясности, настраивает на интеллектуальный труд и помогает вдохнуть полной грудью, поддерживает в холодный сезон. Вот это просто супер. Обожаю эвкалипт за то, что он прям безумно-безумно много для нас всякой пользы вообще приносит. Вот сейчас я настроюсь на интеллектуальный труд и сниму вместо часового обзора полуторачасовой. Буду болтать и болтать. Ну и, конечно, честно, я раньше очень сильно не любила запахи масел, а сейчас вот повзрослела, да, мне уже 40+, и я с превеликим удовольствием прям вот обожаю. Дальше масло пихты сибирской. Это тоже такое мономасло. То есть, знаете, да, у нас есть с вами, допустим, хэппи, это не мономасло. Тут и лимон, апельсин, бергамот, грейпфрут, герань, лаванда, мандарин. А это мономасло, артикул 1345. У него идет великолепная аннотация. То же самое можно делать и в ванну капать, и в аромал, и туда, и сюда. Но для чего оно? Оно тонизирует. Мне вот
нравится. Вот мы тут с девчонками составляли опять воронку, снимали воронку. Я этого эфирного масла пихты сибирской и хэппи смешала и накапала в увлажнитель. Тонизирует, очищает кожу. Подходит для ухода за кожей с повышенной жирностью. Укрепляет волосы. Может использоваться для расслабляющего массажа тела. Хвойный древесный аромат создает атмосферу спокойствия и умиротворения. Наполняет жизненной энергией, как после прогулки по хвойному лесу. Поддерживает сезон холодов. И в Якутске мы очень часто это масло тоже очень часто капаем. Оно очень приятное, оно не обжигает кожу. Тут писали, вот масло должно кожу обжигать, иначе это не настоящее. Я даже отписалась в обратную связь, они сказали, что за чушь. В общем, у нас очень хорошие, качественные масла. Еще вот такое вот масло, это хэппи. Ну, сами понимаете, что им можно делать все то же самое, что вам захочется. То есть аннотация абсолютно одинаковая. Вот давайте я вам прям увеличу, видите, да? Вот она. Вся аннотация. Его тоже можно капать куда захочется. Поставьте на паузу, да, почитайте. Конечно же, в аромалампу можно его. Очень хороший такой состав у него идет. Ну и, конечно, само название хэппи, да. Плохое настроение. Накапайте себе в аромадиффузор этого хэппи. И ходите, кайфуйте. Это идут 100% натуральные эфирные масла. Это лимон, апельсин, бергамот, грейпфрут, герань, лаванда и мандарин. 5 мл. Поэтому будьте счастливы. Они идут как эфирные масла цитрусов с ярким позитивным ароматом, которые освежают и тонизируют, наполняют радостью и воодушевлением, как лучи весеннего солнца. Вот так вот. Обожаю наши эфирные масла, они действительно все в тему. Далее вот такая красота, это универсальный спрей пятновыводитель. Что-то у нас этот раз прям много бытовухи. С артиклом 301-51 очищает, ну, практически все. Если старые застарелые пятна, он может, конечно, их и не очистить, но на самом деле просто круто. Он эффективно и бережно удаляет пятна с одежды, любых тканей, справляется с пятнами жира, пота, косметики, чая, кофе, соусов. Но еще раз повторюсь, сильно застарелые пятна, которым там по нескольку лет, он не выведет. Это уже карандаш пятновыводитель, как я его называю, тяжелая артиллерия. Но, если честно, карандаш пятновыводитель, он опять-таки может немножко попортить цвет ткани, поэтому сначала лучше где-то попробуйте, как он будет реагировать на ткань, а потом уже им пользоваться. А вот этот универсальный спрей, он для всего. Мы его даже с собой в поездку берем, потому что наша Виктория Антоновна уж очень классно кушает. Далее, красота. Это еще раз у нас стирка с вами. Парфюм для стирки в гранулах. Тоже очень-очень его люблю. Артикул 308-45 у Сол и 308-47 у ягодного. Тоже шикарный аромат. Мы им стираем только то, что, допустим, постельное белье, оно там долго лежит, да, вот что-то такое мы им стираем. На самом деле, если вы вещь постирали и, к примеру, сразу же ее надели, то запах, он быстро выветривается. А если вам нужно хранить вещи, то это прям супер. Тогда запах сохраняется на очень-очень долго. Далее, пятновыводитель кислородный, экстраокси, белые и цветные ткани. С ложечкой такой вот, по-моему, он в комплекте идет, если я не ошибаюсь. Сейчас убрать. Не убрали ложечки. Это артикул 327, 500 грамм, сделано в Германии. Отличный пятновыводитель, но это не просто пятновыводитель. Он тоже, видите, прям суперский такой идет. Он тут для всего. Чистка кухонных поверхностей, чистка ковров, выведение пятен и замачивание идет. Можно золото им отмыть, понимаете, да? Но золото мы отмываем немножко другим средством. Позже покажу, каким. Ну и, конечно, стирка. Да, то есть вы можете замочить, повыводить, а можете вот постирать. То есть он такой тоже универсальный, очень хорошо работает. Дальше, это тоже, можно сказать, новинка в моих пустышках. Пятновыводитель, концентрат плюс активный кислород. Что он делает? Предварительная обработка пятен, чистка ковров, замачивание, отбеливание тканей, мытье полов, подоконников и других твердых моющих поверхностей. Конечно же, стирка и чистка кухонных поверхностей, раковин, плит, керамических. То есть одну баночку купил, и у тебя может уйти, да, 3-4 банки за месяц. Если других средств никаких нету, то он отмоет, как обещают, все. На самом деле он хорош, он действительно хорош, и мне очень-очень нравится. Вопрос у меня к нему один. Вот чистка кухонных поверхностей, хорошо, чистка ковров. Нанесите раствор на загрязненную поверхность, стараясь избегать очень сильного увлажнения. Оставьте на 15-30 минут, затем с усилием протрите очищенную поверхность слегка увлажненной тряпкой. Вот я вот одно понять не могу, он требует смывания или не требует смывания. Вот этот момент где-то мне вот как-то не ясен. Но функции у него огромное просто количество. Очищает белый и светлый фарфор, чайники, термосы. То есть то, что в посудомойку может и не подойти, а так очищает все классно. Дальше, биопятновыводитель, 3 штуки. Мы с ним вообще любим стирать все, потому что он идет и для белого, и для цветного. Его у нас уходит больше всех. Если честно, мы разницу не увидели. Они идеально хорошо работают. Что вот этот мульти-экшен предыдущий,
что вот этот вот с биоминеральной формулой для жесткой воды. Честно сказать, все одинаково хороши. 119-84, он тоже подходит абсолютно для всего. Очищение насадок швабр, усиление стирки, выведение пятен и замачивания, очищение ковров и обивок. То есть он под все подходит, поэтому у нас еще есть два средства для ковров и обивок, представляете? И еще и эти пятновыводители для ковров и обивок. В общем, диван можно стирать хоть каждый день разным средством. Дальше, таблетки для посудомоечных машин. 3 штуки. Честно сказать, вот это заказываю, потому что этих не было на сайте, потому что эти идут каждая в целлофановом пакетике в таком. Это целлофановый пакетик, его нужно открывать, меня это немножко подбешивает. Но я не пойду в магазин из-за того, что эти биокапсулы раскрывать не нужно. Вот их не было, я заказала таких 5 штучек, думаю, пользуюсь, потом эти появятся. Эти появляются, я перехожу только на эти. В общем, поняли систему мою. А так они одинаково хороши. Артикул 360 у вот этих вот, которые нужно чистить. Их тут тоже 20 штучек, тут 20 штучек. И тут написано, что он, конечно же, и следит за машинкой, и против сложных загрязнений, и без фосфатов и отдушек, и вообще экологически чистый состав. В принципе, как и у всей косметики для дома. Тут минеральные соли, минеральное соединение с активным кислородом, органическая кислота, соль угольной кислоты, органический амин, органическая соль, органические полимеры и природные ферменты. Такой хороший состав у него идет. И этот тоже, в принципе, довольно-таки симпатичный. Тоже биокапсула для посудомоечной машины, только для жесткой воды. Вот понимаете, у кого жесткая вода, эти, конечно, куда круче, нежели предыдущие. Тоже хорошо стирают, все замечательно, все великолепно. Артикул 109.02. Дальше мульон салфеток для интимной гигиены. Заканчиваются 20.67. Этих уже нет в наличии. Это тоже для интимной гигиены. Вот очень хорошие салфетки 114-34. С собой носить. Прям великолепно очень отмывают. Так и называются. Быстрое очищение и уход для гладкой кожи. Сумки, натуральная кожа, искусственная кожа. Вообще отлично, просто отлично. Дальше дезодорирующие салфетки. Так, это для интимной. Дезодорирующие 24-69. Тоже просто отличный за ними уход. Этого тоже не помню, есть, нет наличий. 26-07. Очень вкусный аромат у них. Просто суперский. Влажные салфетки для удаления пятен, конечно, рекорд. Потому что когда фотосессия, это тональный крем. Да, это просто сколько он мероприятий, сколько всего спас. 305-52, вернее. Еще скажу больше. Недавно у нас уезжала красотка одна, воронку снимала, победитель, мой лучший рекрутер. В конкурсе «Новые мы». Очень круто получилось. У нас была экскурсия, а на следующий день они уже вот уезжали. И она поняла, что у нее весь пуховик измаран от машины. Слякоть, вот это все тает. То минус 20, то плюс 3, вот было недавно. И, конечно, все вот это тает, все машины грязные. И она поняла, что у нее такой бежевый, светло-бежевый пуховик, просто от него ничего не осталось. Он весь грязный. И мы прям целую пачку салфеток в честь нее израсходовали, потому что ей надо было уже ехать, и курточка уже никак не высохнет. Никак. И на сушку их не поставишь, потому что молния была пластмассовая, а с пластмассовыми молниями лучше на сушку пуховики вообще не ставить, потому что молнии выходят из строя. И вот мы ее просто этими салфетками, так как пятна были свежие, просто оттерли и наичистейшую отправили домой. Мне понравилось. Это очень круто, ребят. Очень круто. Дальше влажные салфетки дезодорирующие, уже говорила. А вот этим средством я чищу и золото, и металлические поверхности с ароматом свежего грейпфрута. Идет деликатное очищение. Плюс он идет еще и, знаете, вот как, допустим, золото вы в нем обваляли, замочили и потом промыли в дуршлаке. И все, понимаете, ничего тереть не нужно. То же самое с мойкой. На мойку нанесли там губкой или еще чем-нибудь. Можно какой-нибудь кисточкой, губкой. И все, и ждите, пока оно отойдет. Потом также губочкой смоете. Артикул 30.058, прям вообще мой фаворит. Дальше. Очень много универсального антибактериального средства. Мы его используем один к одному в робот-пылесос. Артикул 301.36. Вот такая вот делегация этого 301.36. Очень хорошо, что Faberlic берет на возврат. Очень хорошо, что он это все дело перерабатывает. Вот это прям респект и уважуха, как мы смеемся. Вот такая вот красота. Далее, вот такие вот гели, ультраконцентраты для мытья посуды, 2 штуки. Это чистота, блеск без разводов, малиновый, 0+. Он идет гуще и эффективнее до 3 раз. Новая формула, артикул 365. Следующий, это гель ультраконцентрат для посуды против сложных загрязнений с артикулом 300.063, аромат лимона. Ну, честно сказать, аромат лимона мне нравится вот как-то меньше.
Он, конечно, не сильный, но вот малинка тоже, я не могу сказать, что я его очень люблю. Но я заказывала на обзор посмотреть, что же за новинка. Но отмывают отлично, великолепно, здорово, классно. Далее, мой любимый чистящий крем универсальный. Он идет с микрогранулами, лимонная свежесть. Но у него кремовая текстура. В составе встречаются микрочастицы, которые эффективно чистят поверхности. Они не повреждают поверхность. Вот это вообще прям супер. Артикул 302.53. Далее, вот этим средством мы моем полы. Она идет для жесткой воды, тоже Хонгном Гринли. Оно идет как вообще биосредство моющее концентрированное, универсальное. То есть им можно мыть абсолютно все, но мы его что-то вот только в пол добавляем. Чем оно мне нравится? То, что тут идут натуральные эфирные масла. Называется оно цитрусовый микс. И как бы никаких химозных добавок вообще нету. 108.97. И отмывают, конечно же, великолепно. Далее гель для профилактики засоров. Тут у нас опять недавно ванна засорилась. Ну так, не сильно, утекала, все было хорошо. Но много гостей, много мылись, и так получилось, что пришлось немножечко почистить сливы и стоки, потому что все равно волосы. Кстати, волосы он отлично просто растворяет, и для профилактики тоже здорово, когда вот особенно кипяточком все прольешь и замачиваешь, когда он горячий, он работает лучше, и потом тоже кипяточком заливаешь, вот тогда прям супер. Ну и экологически чистый состав, то есть он не разъедает трубы. В общем, 302.44. Дальше средство для чистки духовок и плит со свежестью мяты, но я не могу сказать, что там прям супер свежесть мяты, все равно вот это вот кислоты, то есть тут идет каустическая сода, биоразлагаемый ПАВ, ну вот это все, а все равно запах идет немножечко такой кисленький, и желательно этим средством пользоваться в перчатках. Артикул 301.20, но все-таки он хорош тем, что налил на плиту, если плита пригорела, налил, забыл, потом пришел и тряпочкой убрал. Супер, просто супер. Так, гель очищающий для туалета, чистота под контролем. Тут идет инновационная технология изменения света, которая обеспечивает полный контроль за удалением загрязнения. Но я его больше люблю, конечно, за запах, а не за то, что он там цвета меняет. 302.92, морская свежесть, у него запах очень-очень приятный. Далее средство для чистки и мытья стекол и зеркал, но мы им и глянцевую кухню, фартуки и так далее тоже протираем, тоже очень-очень нравится. Плюс идет эффект антизапотевания еще у него. Много лет заказываю, недавно один взяла, ну, у нас закончился, вот что-то, знаете, слишком уж большой ассортимент, и иногда забывается что-то. Ну, вот я могу вам сказать, что мне не понравилось средство из магазина. Во-первых, разводы, во-вторых, сильный очень такой едкий запах, мы все учихались. Муж у меня вообще ходил по квартире и просто с грохотом чихал, и я думаю, боже мой. И я его недорасходовал, выкинула, побольше заказала этого, 110.48 артикул. Все-таки товар товару рознь, и неважно, сколько он стоит, все-таки магазинская химоза, я как-то вот не смогла ей воспользоваться, думаю, боже мой, если муж чихает, что же с ребенком. Далее, такой вот пенный очиститель, 3 штучки, чистили мы диваны им, кресла, очень хорошо справляется. Артикул 302.52, был опыт уже ручки на белом кресле, ну такое бежевое кресло, опыт ручки был. И могу вам сказать, что он справился, но с 2 раз. Поэтому сухая чистка против пятен, формула глубокой очистки, он быстро удаляет сложное загрязнение, восстанавливает яркость красок, защищает от пыли, в общем-то супер. 3 штучки у нас, как вы видите, ушло. Далее делегация с мылом. Во-первых, это для интимной гигиены гель. Мой самый любимчик, 87.22 артикул. Потом, значит, идет такое вот мыло. Я его взяла по распродаже. Это старая версия мыла, 200 мл. Сейчас новое мыло 300 мл. Да? Обратите внимание, объем увеличился. 86.37 артикул, но запах просто бомбезный. Оно было в распродаже, и я его хапнула. На сайте есть остатки сладкие. А вот это вот уже новая версия мыла. Чем хороша? Тем, что тут больше все-таки объем на 100 мл. Его на дольше хватает, реже менять. Артикул 28.72 у персика, артикул 28.73 у миндаля и артикул 28.74 у клубнички. Клубничка моя самая, наверное, любимая. Недавно Викуська у нас выбрала соль для ванны с пеной купаться. Действительно классно. Артикул 33.70. Она еще немножечко так воду окрашивает. Понравилось. Супер. Просто супер. Шампунь. Активный шампунь против выпадения волос. Вы знаете, начала им пользоваться за неделю до приезда и через неделю после отъезда он у меня кончился. То есть мне его хватило недели примерно на 3. Артикул 83.48. Во-первых, у него не очень удобная упаковка. Так его не поставили.
ставишь, выдавливать его очень тяжело. Но это единственный его недостаток. Я все равно его ставила таким образом, чтобы хоть что-то туда стекало, чтобы я могла помыть голову. Он прозрачный. И вот такой активный шампунь против выпадения волос, он содержит уникальный комплекс, который снижает интенсивность выпадения волос. Подходит для ежедневного применения. Рекомендую. Хороший, классный шампунь. Волосы после него мягкие, такие шелковистые, приятные. В кучке не слипаются. Наоборот, такие хорошие рассыпчатые волосики. Очень хорошие. Далее. Такой вот шампунь у меня закончился. Концентрат плюс 200%. Его я очень люблю брать в дорогу. Прямо он мне очень нравится в дорожке, потому что если мы куда-то, допустим, с Катюшкой едем вдвоем, то нам такого хватает шампуня на двоих. Объем у него маленький, всего лишь 190 мл. Артикул 1998. Но чем он хорош? Тем, что он концентрированный. Его так много не нужно. И вот этот дозатор очень удобно прям с собой брать. Великолепно просто. Он бережно очищает волосы, делает их мягкими, блестящими и способствует увеличению густоты и плотности волос, потому что придает объем. Плюс у него есть в составе масло амаранта, которое обеспечивает питание волос и кожи головы, возвращает эластичность и придает блеск. И биотехнологический комплекс, который эффективно укрепляет корни волос, заряжает волосы энергией и обеспечивает питание волосяных фолликул. Плюс он вкусно пахнет и очень сильно мега круто пенится. Прям пенится просто на ура, поэтому его надо совершенно чуть-чуть. Дальше из детской линейки Ума. У меня закончились две пены для ванны, которая меняет цвет. Ну, прикольная пена, вкусная, клевая, классная. 28,82 артикул. Также закончился у меня шампунь нейтрализация желтизны 27,10. Очень хорошо работает. 250 мл. Мой любимый нежный, классный гель для душа. Один из моих любимых. С алоэ вера и молочными протеинами. Гипоаллергенный. Тоже хорошо пенится, хорошо ухаживает. 86,59 увлажняет кожу, но я все равно частенько наношу кремчики. Далее, все-таки допинала, да, видите, в каком он состоянии. С артикулом 77,22. Это мицеллярный детокс шампунь для всех типов волос, вулканический пепел. Он очень сильно волосы, ну, как сказать, очищает прям очень сильно. Для чего он подходит? Он подходит для тех, кто там наносит лак, какие-то укладочные средства. Вот у меня несколько дней подряд была прическа. И, конечно же, это много лака, много пудры, много сухого шампуня, много-много всего. И хочется, знаете, чистоты волос. И из-за того, что волосы жгли практически каждый день, мне делали прически, жгли волосы. Было еще две сессии подряд за 6 дней. И когда ты очень хорошо очищаешь все моющие средства вот этим шампунем, да, он идет как глубокое очищение. Потом хорошо кладется маска, и волосы намного глубже питаются, согласны, да? Это первый у него такой плюс. И второй плюс, когда я этим шампунем, помню, помылась, он еще только-только вышел, и я им помылась в джубге перед отъездом. А ехать нам нужно было 2,5 суток до дома, то есть в горячем ключе мы садились, и в Кирове мы выходили. Все это примерно 2,5 суток, и нас там встречали. Ну, вы знаете, вообще очень интересная штука. Вот я помыла 77,22 и нанесла маску, тоже глубокое очищение. После этой маски я нанесла на кончики, чтобы волосы не секлись, какое-то средство, не помню какое. И все. И 2,5 суток у меня башка не чесалась, хотя я и потела, и все. Меня встретили, я помню, что это было 2 октября, мой день рождения. Меня встретили с поезда наши друзья, давай дарить цветы, снимать на камеру. У моего наставника были цветы, а у меня волосы вообще шикарно просто выглядят. Я очень осталась довольна этой линейкой. Я сейчас люблю перед путешествиями ей мыться. Но на постоянной основе это, конечно, очень вредно. Вот такой вот суперский шампунь для особых случаев. Я бы так сказала. Он у меня может полгода в ванной открытой стоять. Я вам серьезно говорю. Дальше. Шампунь питания и блеск для нормальных и лишенных блеска волос. Это я его домыла. Называется ромашка и кедровое масло. Объем огромный. 400 мл. Артикул 13-18. Ну, честно скажу, хороший и добротный шампунь. Хорошо пенится. Все нормально. Все великолепно. Нет никаких нареканий. Девчонки у меня гостили. 400 мл шампунь. Дорасходовали он у меня был, по-моему, наполовину. В душевой стоял. Я в ванну хожу, а в душевой шампуни могут целый год стоять там. Несколько видов. Девчонки помогли, допинали. Как говорится, артикул 28.03. Очень хороший шампунь. Порой не знаю, что выбрать. Слава богу, что от смены шампуня у меня ни перхоти, ничего не бывает. Просто великолепно. Далее. Мужская линейка пошла. Шампунь-гель для душа, но мы его используем только как гель для душа. Шампунь у Антона отдельный. 29.63. Обалденные вот эти оба аромата. Свежесть, мужские, прям такие, знаете, очень вкусные. Дальше. Шампунь-гель для душа у нас идет. 8 элемент. Артикул 13.12. Оба 400 мл. Очень хорошо, когда на большой объем переходит. Это очень удобно. Далее попробовала я маску One Week Miracle. Это новейшая новиночка. Вот так вот она в такой приходит. Как вы видите, я израсходовала только одну, потому что было, ну, совсем некогда посидеть, расходовать. Артикул 06.59. Могу сказать, что она действительно клевая, классная, крутая. Мне подошла, мне очень понравилась. Все, хочу снимать обзоры покороче, ну, как-то вот не получается. Далее, вот такой вот гель для умывания.
понравился, клевый, классный, но он идет для жирной кожи с артикулом 6673, а израсходовала его я. Честно сказать, нормальный гель, все здорово, слегка как бы тянет кожу, стягивает. Почему? Потому что все-таки сухая кожа, ну, не жирная. Как бы, а Катюшке моей он подойдет. Прям 98% натуральных ингредиентов, мне прям это очень сильно импонирует, но, к сожалению, не мое. Летом, когда мы ездили в Сочи отдыхать, у меня так совпало, что VIP-новинки надо снимать, я один день уделила VIP-новинкам, ну, мы там на 17 дней взяли, все равно поработать хочется, если честно, ну, хотя бы чуть-чуть. Вот, и, конечно же, этот гель летом мне реально классно подошел, зимой нет. Зимой, когда батарея кожи и так сохнет, он мне не подходит. Дальше, значит, тропический релакс, это крем-гель для душа, 24-32. В принципе, вкусненький, клевенький, прикольненький. Будет как-нибудь по распродаже, понатыкаю побольше, он мне очень даже понравился. Так, далее, гель для душа Strawberry, это клубничный макарон, а с артикулом 29-64. Для меня это слишком яркий, сладкий аромат, нет. Мне не понравилось, скажу честно. Так, это у нас идет мягкий гель для умывания. Он хоть и глубоко очищает, но тоже идет для жирной кожи. Это Катюшка у меня им пользуется, 0,5-89. Катюшке он очень нравится. Я тоже им иногда пользуюсь, когда свой забуду, у меня кончится. Я хоп у нее возьму и умоюсь. Одна из любимейших зубная паста, укрепление десен с натуральным прополисом. Артикул 20 тысяч. Вот, видите, да, 20 тысяч. Ну, реально вкусная, клевая, классная, не термоядерная, нежная, нежная такая зубная паста. Дальше 6+, это детская зубная паста со фтором, 28,55. Ну, Вики 10, пора уже на обычную переходить, но она как-то вот обычная, знаете, уросит иногда, особенно с утра, настроения нет, хочется в теплой кроватке подольше поспать. Аутисты, они очень так, знаете, зависят, да, от погоды, от всего, поэтому частенько вот этот 6+, я ей беру. Есть еще одна паста, которая до 6+, но она без фтора идет. Дальше, значит, питательный бальзам для всех типов волос Сакура. Это ценнейший компонент, источник аминокислот, витаминов и минералов. Вот. И действительно, питание глубокое, естественный блеск. Мне он показался даже ближе к такой, к маске. Ничего, такой хорошенький. Артикул 7724. И что мне понравилось, да, вот, я вам его покажу, жемчужный такой. Что мне в нем понравилось, то, что у него еще и очень такой вкусный, нежный, классный аромат такой, какой-то чистоты, что ли. Ну, не могу описать. Далее, Pour Toujours. Мой любимейший парфюмерный гель для душа для женщин с ароматом Pour Toujours парфюмерной воды с артикулом 8125. Extra Force. Это у нас идет бальзам интенсивное укрепление для волос. Укрепляет полотно волос, предупреждает ломкость и появление секущихся кончиков, возвращает жизненную силу ослабленным волосам, насыщает питательность. В общем, им я пользовалась специально, когда уже поняла, что мои волосы будут часто очень жечь по той простой причине, что у нас мейки, прически, фотосессии, я сажусь под мастера, он мне делает прическу. Красота, значит, церамиды тут укрепляют структуру кутикулы, поддерживают эластичность волос, а биотехнологический комплекс, он эффективно укрепляет корни волос, заряжает волосы энергией, обеспечивает питание волосяных фолликулов. В составе комплекса идет экстракты плантона, крапивы, пыльцы, перца, яичного желтка, зародышей пшеницы, хинного дерева, цветов арники и фаффии. Состав тут, как вы видите, прям крутой. Мне очень нравится такое, что человек может легко и просто поухаживать за собой обычным бальзамом. Но маски для волос я тоже не забываю, тоже делаю. Сейчас буду пить Оды. Впервые она, наверное, в моих пустышках. Маска-шапочка восстанавливающая, умный кератин с артикулом 7207. Обалденная маска, очень круто восстанавливает. Нравится, что она смывается просто без всего, не надо там мыть голову, просто смыл эту маску. И когда вы одеваете маску-шапочку, ну вот тут увидите, когда вы одеваете маску-шапочку на себя, ну это просто мега-вау. Составляете маску на 15-20 минут, затем снимаете ее, промываете теплой водой и получаете реально классные, суперски ухоженные волосы. Мне очень эта маска понравилась. Ее просто очень быстро разобрали. Не знаю, появилась она в наличии или нет, но я вам реально говорю, хотите красивые волосы, ловите. Очень круто работает. Далее у нас идет укрепляющий бальзам для всех типов волос Камелия. Масло Камелии, а вообще богато витаминами и жирными кислотами, которые укрепляют полотно волос и придает им силу. С одной стороны, текстура нежная, а с другой стороны, он возвращает прядям здоровый блеск. Ну, для меня он оказался слабоват. Ну, вот, да, его остаточки. Он оказался слабоват, но очень экономный. И я могу сказать, что вот этот средство, из-за того, что оно слабое, ну, как бы я пережженная блондинка, да, начнем с этого. И, конечно, мне надо что-то такое более восстанавливающее, более тяжелую артиллерию. И тут с артикулом 7927 Катюшка у меня расходует и прям говорит: ой, мам, какой классный, какие волосы классные. Но она их не красит. То, что мы когда-то
накрасили там рыжий цвет и так далее волосы, но это как бы уже давным-давно у нее все отросло, обрезано, и у нее натуральные волосы, и зачем ей вот это надо? Он ей больше подходит, чем мне. Все равно как-то в семье находятся люди, которые все равно будут пользоваться. Далее, восстанавливающий бальзам для осветленных волос, это как раз для меня, для переженочки блондинкой. Артикул 2711, 150 мл он идет, с комплексом Kerestore 2.0 и сапфировой пудрой. Бальзам очень хорошо восстанавливает, прям классно. Это как бы четвертый этап, можно сказать, да. Первый этап шампунь, второй этап маска анти-йеллоу, третий этап вот получается этот бальзам, он не анти-йеллоу, он обычный, а четвертый это уже бальзам, да, сыворотка бальзам, несмываемый уход. Дальше, любимая парфюмерная вода моей дочки и любимый парфюмерный гель для душа. Артикул 8120, у старшей, да, который 23 годика. Это очень классно, называется Феерика Сенсуэль. Дальше, 3D Volume, это у нас бальзам 3D объем для всех типов волос, может пользоваться вся семья абсолютно, способствует увеличению упругости и плотности волос, добавляет волосам эластичность, объем не утяжеляя их, и насыщает питательными веществами, укрепляет волосы от корней до кончиков. Основной состав, конечно же, протеины пшеницы и, конечно же, биотехнологический комплекс. В составе комплекса есть экстракты плантона, крапивы, пыльцы, перца, яичного желтка, заросшей пшеницы, хинного дерева, цветов арники. Тоже очень такой крутой состав, вообще вся линейка Эксперт мне больше всех нравится. Пару лаков для волос, все-таки вот эти лаки больше нравятся, с артикулом 8973. Очень понравились лаки, причем на следующий день, так как у них идет сильная фиксация, но она не склеивает, да, то есть не делает вот эту вот горку непонятную, сопли на голове не делает из кудрей, да, вот бывают же лаки для волос, раз, и вместо кудрей кудрявые сопли получаются, да, нет, этот рассыпчатый, и на следующий день, если собрать все наверх, все свои кудряшки распускаешь, с утра расчесался, и снова прическа, понимаете, ну это вообще шикарно, на мой взгляд, это очень шикарно. Так, давайте с вами еще вот эти три средства обсудим, и уже будем заканчивать обзор, потому что у меня длинный получился, а БАДы и средства для лица и так далее уже перенесем с вами на следующий обзор. Итак, значит, эта маска у нас с вами идет как Ultra Power, маска активное питание, тоже для всех типов волос. Чем мне нравится, это, во-первых, запахом, во-вторых, это быстро, в-третьих, это глубокий уход, но не забывайте, после маски всегда нужно наносить бальзам или кондиционер, это разные вещи, бальзам и маска. Бальзам, он идет как уход и закрывает все чешуйки, выпрямляет, и уже все здорово, а маска, это идет как питание, она чешуйки не закрывает, она, наоборот, пытается попасть в волосы, активно питает волосы она по всей длине, наполняя силой и блеском, и насыщает питательными веществами, укрепляет волосы от корней до кончиков. Вообще, очень вкусная масочка, тоже идет с такой защитой, вот она такая светленькая, хорошенькая, запах очень приятный, наносится классно, тоже можно одеть шапочку для душа, чтобы она поработала, 18,90. В общем, Ultra Power мне прям мега нравится. Дальше, маска Арису. Маска Арису с артикулом 7726, это 160 мл, а Арису идет 150 мл. Ее тоже хватает, ну, максимум раза на 3, дочке так на 1. У нее волосы опять уже ниже попы отросли, опять надо подстригать. А нет, она недавно подстриглась, уже не ниже попы. В общем, лотос, он идет как питательный, у него есть свойства высокие, содержание полезных микроэлементов и восстанавливающая маска, сглаживает чешуйки волос, придает им силу и блеск. В общем, такая вот красота. То есть это для питания и блеска. И самое мое любимая маска, питательная для всех типов волос, с артикулом 8212, 200 мл у нее идет объем, называется ценные масла, она идет как раз с комплексом натуральных масел, органы, авокадо, абиссинского масла и аргинина, что в комплексе дает хорошее такое моментальное преображение волос, они наполняются силой, роскошным сиянием по всей длине, вот мне очень нравится, прям очень нравится, запах у нее такой бьющий в нос, очень приятный, прям обожаю я этот запах, в общем, буду пользоваться с удовольствием. Ну что ж, оставляю такую вот гору, сейчас ее буду сортировать и отправлять на возврат пустышки. Очень хорошо, что Фаберлик берет все это дело на переработку, и перейду ко второй части пустышек. У меня пустышки вечно по две части. С вами была Коннова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Подписывайтесь на мой канал, я снимаю все новинки и все пустышки. И честно рассказываю, что понравилось, что нет.